Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на мой новый спиннинг от фирмы Дая, серия Хипа, тест 3,15 грамма, длина 2 метра 40 сантиметров. После того, как я взял данную палочку в тесте 7,28 грамм в росте 2,10, мне очень понравился данный спиннинг, его я разловил уже не одной рыбой. И за эти деньги, за эту цену данного спиннинга я остался очень доволен. И решил себе взять теперь вот с тестом 3,15, чтобы половить более на такую лайтовую снасть, поохотиться за головлем, за жерехом. И сейчас рассмотрим данный спиннинг поближе. Сейчас рассмотрим поближе. Довольно добротно выглядит спиннинг за $25. Катушка-держатель с передней гайкой. Очень мне понравился. Очень удобный под руку. Удобно держать. Хорошо в руку передаются поклевки. Надпись «Дая». В принципе, на бланке все расписано. Серия Хипа 3,15. Вес заявленный производителем 115 грамм. Кольца ТИА. Карбон 30Т. Кольца все ровненькие. Сам спиннинг сделан очень добротно. Ну, конечно же, будем тестить на рыбалке, смотреть, как он себя поведет на рыбе. Но в тесте 7,28 мне очень понравился. Все колечки сделаны ровно. Строй спиннинга заявлен производителем Fast Extra Fast. Будем тестировать, и уже на воде я вам скажу впечатление об данном спиннинге. На этом, друзья, обзорчик буду заканчивать. Снял его специально, просто чтобы показать, что из себя представляют данные палочки. Цена как бы небольшая, но качество намного выше, чем ценник на данный спиннинг. Всех благ, друзья, вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч!